шкипер? Не называй меня так. Я теперь предатель. Мне даже эту форму нельзя носить. У нас не было выбора, Шепард. Ты сам знаешь, другого пути нет. И для меня ты навсегда останешься шкипером. О, капитан, мой капитан. Сначала Альфред Теннисон, теперь Уолт Уитман. Ты полна сюрпризов. Папа любил всех этих сентиментальных поэтов, а мама предпочитала Сильвию Плат. Я не красноречивый, Шепард. Другие могут сказать лучше то, что я имею в виду. Мы мятежники. Летим на похищенном корабле в самую враждебную систему галактики. Скажем просто, что мы лучшие представители человечества. Не будь мы лучшими, нас бы не назначили на этот корабль. Мы справимся. А если нет, то нас хотя бы не расстреляют. Смерть скроет все, но до конца успеем мы подвиг благородный совершить, людей с богами бившихся достойный. Мы еще попадем домой, Шепард. Я верю, ты нас выведешь. О, капитан, мой капитан. Сдается мне, что это может быть наша последняя ночь на этом свете. Есть планы. Лобовой штурм. Ой, неужели тебя так и не научили, что лучшая атака не прямая? Сначала нужно выманить противника из укреплений. Устав этого не одобряет, сам знаешь. Ты готов иметь дело с последствиями? Я всю жизнь за что-то сражаюсь, так что пришлось о многом забыть. И все это время мне ни разу не казалось, что я стою того, за что дерусь. Мне с тобой хорошо. Останься сегодня со мной, Эш. Храбрые слова, Шепард. Я люблю храбрых. Заткнись и двигай сюда. А ты заставь. Ну что ж, похоже, мы нашли еще один способ делать зарядку. А ты удивишься, если я скажу, что в первый раз за много месяцев мне кажется, что с галактикой все в порядке. Да. Мостик капитану Шепарду. Мы в 5 минутах от Мюри-транслятора. Дела зовут. Поднимайтесь на мостик, шкипер. Пришла пора заняться другими орудиями. Эй, Шепард, что бы там ни случилось, я хочу сказать... Нет, знаешь что? Я ничего не скажу. Если ты захочешь это услышать, тебе придется вернуться ко мне. Капитан, мы не одни. Их датчики уже засекли нас. Стелс-система работает. Они понятия не имеют, что мы здесь, если только мы не высунемся, чтобы нас стало видно.
Тут что-то странное на поверхности планеты. Снижаемся, Джокер. Отметьте координаты. Никак невозможно, капитан. Ближайшая зона высадки в 2 километрах. Пешком нам не успеть. Ищите что-нибудь поближе. Ближе ничего нет. Я уже смотрел. Выбросимся в Мако. Для такой выброски нужно хотя бы 100 метров ровной поверхности. А там самое большое 20. 20 метров? Нам в жизни не высадиться. Нужно попробовать. Ищите другую зону высадки. Другой зоны высадки нет. Угол спуска слишком крутой. Это единственный вариант. Это не вариант. Это самоубийство. Мы не... Я справлюсь. Джокер. Без паники. Я справлюсь. Всем собраться и спуститься к Мако. Джокер, выбросите нас прямо на голову этому гаду. Мы должны попасть в бункер до того, как Саран найдет канал. Силой эту дверь не открыть. Саран как-то смог ее открыть. Где-то внутри комплекса должна быть кнопка, которая отключает защиту. Нужно найти способ снова ее запустить.
до сих пор есть подача энергии. Наверное, собственный генератор. Похоже, это центр управления всем комплексом. Наверное, бойцы Сарана заблокировали дверь, когда он вошел внутрь. Если мы хотим попасть в бункер, надо будет придумать, как отключить блокировку. Скорее, у Сарана уже преимущество. Мы должны найти его до того, как он доберется до канала. Если уже не добрался, тогда мы идем прямо в ловушку. Мы должны рискнуть. Подождите, что-то происходит. Слишком поздно. Невозможно. Флоты вторжения. Спасения нет. Похоже на какое-то сообщение. Но я не узнаю этот язык. Скорее всего... Это протеанский. Записи должно быть 50 тысяч лет. Неудивительно, что мы ничего не понимаем. Сообщение фрагментировано, но некоторые слова я узнаю. Это предупреждение о вторжении пожинателей. Конечно! Видение маяка и шифр. В них все дело. Они передали вашему разуму знание протеанского языка. Небезопасно. Искать убежище внутри архивов. Что он говорит? Вы можете что-то разобрать? Вторгаются пожинатели. Цитадель сокрушен. Единственная надежда — акт отчаяния. Канал. Все потеряно. Там что-то говорится о канале, но разобрать ничего нельзя. Надо идти. Не остановить! Не остановить! Thank you.
впечатление, что за нами кто-то следит. Причем не Геты. Я не думала, что когда-нибудь найду Иру. Thank you.
Я всю жизнь изучаю Брутан, но даже не мечтала обнаружить что-нибудь подобное. Этот бункер был последним убежищем всей их расы. Только представьте себе, что за тайны могут скрываться. Какие секреты он может раскрыть? Эй, постарайтесь не забывать, зачем мы здесь. Сара, канал, судьба всей известной галактики. Прошу прощения, я на миг умерла. Надеюсь, у нас будет возможность... Что это такое на стенах? Какие-то контейнеры? Похоже на анабиозные камеры. Наверное, пока они пытались сохранить себе жизнь с помощью реагентов. Что происходит? Это ловушка. Саран подстроил нам засаду. Не думаю, что за этим стоит Саран. Я несколько десятилетий изучала Протеан, но никогда у меня не было таких дурных предчувствий. Что мы найдем там? Я не верю, что хоть кто-то или что-то еще на нашей стороне. Больше не верю. Вы не Протеане, но и не машина. Эта вероятность также была предусмотрена среди прочих. Поэтому мы оставили предупреждение с помощью маяков. Похоже, это какая-то ВИ-программа, причем сильно поврежденная. Я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения, в отличие от тех, кто недавно проходил здесь. Возможно, надежда еще есть. Невероятно! Настоящий протеанский ВИ, и я его понимаю! Я отслеживал ваши переговоры с момента, как вы вошли в комплекс. Я перевел свою речь в понятный для вас формат. Я страж. Здесь вы в безопасности. Пока. Но все может измениться. Скоро безопасности не будет нигде. Зачем вы меня сюда привели? Вы должны нарушить цикл, продолжавшийся миллионы лет. Но чтобы его прервать, вы должны сначала понять его, или вы совершите те же ошибки, что и мы. Цитадель — сердце вашей цивилизации и столица вашего правительства. Тем же самым она была и для нас, и для всех, кто был до нас. Но цитадель — это ловушка. Эта станция — огромный ретранслятор. Он ведет в темный космос, пустую бездну за горизонтом галактики. Когда ретранслятор включится, оттуда выйдут пожинатели. Все, что вы знаете, будет уничтожено. Если он включит ретранслятор, пожинатели уничтожат совет и весь флот цитадели одним ударом. Такова была и наша судьба. Наши предводители погибли прежде, чем мы успели понять, что атакованы. Пожинатели захватили контроль над цитаделью, а через нее и над всеми ретрансляторами. Связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены.
Каждая звездная система отрезана от остальных. Мы стали легкой добычей для флотов пожинателей. Затем пожинатели систематично истребили наш народ. Планету за планетой, систему за системой, они постепенно смели нашу цивилизацию. Война была проиграна. Если бы вы сдались, они могли сохранить вам жизнь. Нам не предлагали сдаться. Наш враг имел лишь одну цель — уничтожение всей развитой органической жизни. Заняв цитадель, пожинатели получили все наши записи, карты, данные, переписи. Информация — это сила, а они знали о нас все. Их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики. Часть планет была целиком уничтожена. Другие они захватили и обратили население в рабство. Эти рабы, находившиеся под внушением, стали тайными агентами пожинателей. Другие протеане принимали их как беженцев, а те предавали их машинам. За несколько столетий пожинатели убили или поработили всех протеан галактики. Они были жестоки, безжалостны и неумолимы. Я не понимаю, куда же делись пожинатели после того, как завоевали ваш народ? Наши планеты стали голыми. Рабы, подвергшиеся внушению, опустошили их. Они забрали все ценное, все ресурсы, все технологии. Удостоверившись в том, что развитой органической жизни больше нет, пожинатели удалились через цитадель назад в темный космос и закрыли за собой дверь. Были уничтожены все свидетельства вторжения. Остались лишь брошенные ими рабы. Хаски — безмозглые пустые оболочки, не способные к самостоятельному мышлению. Вскоре они вымерли. Геноцид протеан завершился. Что с этого имеют пожинатели? Почему они вновь и вновь повторяют геноцид? Пожинатели — чужой и непостижимый народ. Возможно, им нужны рабы или ресурсы. Но, скорее всего, ими движут мотивы и логика, которые не поймет ни одно органическое существо. В конце концов, важно ли это? Чтобы выжить, вам надо остановить их, а не понять их. Вы сказали, что привели меня сюда с какой-то целью. Скажите, что я должен сделать. Канал — это ключ. Накануне нападения пожинателей мы, протеане, были на грани того, чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов. Ил был сверхсекретной базой. Здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре. Он был напрямую связан с цитаделью, узлом сети ретрансляторов. Канал — это не оружие. Это потайной ход на цитадель. Как вам удалось остаться ненайденными? Официальные данные о нашем проекте были уничтожены в начале нападения на цитадель. Протеанская империя рухнула, но Ил уцелел. Мы прерывали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак. Персонал ушел под землю в эти архивы. В целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз. Меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников, когда опасность пройдет. Но уничтожение целого вида — это длительный процесс. Шли годы, десятки лет, сотни. Пожинатели не уходили, а мои запасы энергии убывали. Как вы выжили? Я стал отключать жизнеобеспечение тех, без кого можно было обойтись. Начиная с младшего персонала, одного за другим. Это позволило сэкономить энергию. В конце концов, остались лишь анабиозные камеры главных ученых. Даже им уже грозила опасность, когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор цитадели. Там были сотни анабиозных камер. Вы просто их все отключили? Вы убили их? Вы не могли допустить, чтобы погибли все. Лучше пожертвовать частью, чтобы остальные смогли выжить. Такой исход тоже предусматривался. Мои действия — результат условий, заложенных в программу при моем создании.
Спорим, тем, без кого можно обойтись, об этих условиях не сказали. Я спасал ключевой персонал. Когда пожинатели ушли, главные ученые были еще живы. Мои действия — единственная причина, по которой сохранялась какая-либо надежда. Когда ученые пробудились, они поняли, что протеанская раса обречена. Нас осталось всего несколько десятков. Слишком мало, чтобы поддержать жизнеспособную популяцию. Но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться. Навсегда прервать цикл. Им было известно о роли хранителей. Я так и не могу понять, что здесь происходит. Почему Сарен пытается найти канал? Канал даст ему доступ к цитадели и хранителям. Хранителями управляет цитадель. Каждый раз перед вторжением через станцию проходит сигнал, который заставляет хранителей включить ретранслятор. После долгих лет напряженных исследований, ученые нашли способ изменить этот сигнал. С помощью канала они получили доступ к цитадели и произвели необходимые модификации. На этот раз, когда Властелин послал сигнал на цитадель, хранители проигнорировали его. Пожинатели заперты в темном космосе. У Сарена должен быть какой-то план исправить все, что вы сделали. Тот, кого вы называете Сареном, использует канал, чтобы обойти систему защиты цитадели. Оказавшись внутри, он передаст управление станцией Властелину. Властелин отключит системы цитадели и вручную включит ретранслятор. Цикл уничтожения начнется вновь. Я остановлю Сарена. Просто скажите, как? В моей консоли есть файл с данными. Возьмите с собой его копию. Когда доберетесь до главного пульта цитадели, загрузите файл туда. Он нарушит протоколы безопасности цитадели и временно даст вам контроль над станцией. У вас может появиться шанс против Властелина. Погодите, где находится главный пульт цитадели? В первый раз о нем слышу. Воспользуйтесь каналом. Следуйте за Сареном. Он приведет вас к пульту. У Сарена и так уже большая фора. Забираем файл и уходим. Вы уверены, Шепард? Кто знает, сколько еще просуществует Страж? Проекция уже сейчас слабая. Может быть, это наш единственный шанс, единственная связь с мудростью Протан, возможность, которая дается раз в жизни. Он может знать что-нибудь полезное. Я предоставлю всю информацию, какую смогу. Однако мои базы данных ограничены тем, что напрямую связано с предотвращением вторжения пожинателей. Я скопировал файл. Пошли. Тот, кого вы называете Сареном, еще не добрался до канала. Еще есть надежда, если вы поторопитесь. Культура, продвинутые технологии и сами протеане были обмануты пожинателями, как и мы. Это уничтожило протеан. Мы доберемся туда вовремя. От нас зависит, провалится план или нет. А я зашла слишком далеко, чтобы видеть Сарена победителем.
канал. Невероятно. Некогда наслаждаться видом. Надо лезть в ретранслятор. А Гетта не расстелит нам ковровую дорожку. Отмечаются критические сбои. Просим немедленно приступить к эвакуации. Заблокировал лифт. Надеть шлем. Полезем наружу.
меньше. Давай покончим с этим. Я победил. Уже дошло, нет? Через пару минут Властелин будет контролировать все системы Цитадели. Ретранслятор откроется. Пожинатели вернутся. У меня осталось пара тузов в рукаве. Тебе удалось пережить нашу встречу на Вермайере. Но с тех пор я изменился. Стал лучше. Властелин усовершенствовал меня. Ты дал Властелину насажать в себя имплантатов? Пожалуй, я должен поблагодарить тебя, Шепард. После Вермайера я все думал о твоих словах. О том, что Властелин манипулирует мною. О внушении. Сомнения стали разъедать меня. Властелин почувствовал это. Его имплантаты укрепили мою решимость. Теперь все сомнения позади. Я всецело верю во Властелина. Я знаю, что пожинателям нужна органика. Присоединись к нам, и Властелин найдет для тебя место. Через эти имплантаты Властелин тобой управляет. Ты не понимаешь этого? Наш симбиоз взаимовыгоден. Органика и техника сплетены воедино. Союз плоти и стали. Сильные стороны от обеих, слабые ни от одной. Я образ будущего, Шепард. Эволюции всей органической жизни. Это наша судьба. Присоединись к Властелину, и ты переродишься. Я лучше умру, чем буду так жить. Тогда ты умрешь. И твои спутники, все твои друзья, любимые, все, кого ты знаешь, разве не понятно? Вы все умрете. Пожинателей не остановить. Братане не смогли, и у тебя не получится. Это бесконечный цикл. Хватит, Нейт Саран. Давай покончим с этим.
Файл стража сработал. Я контролирую все системы. Быстро! Раскрывайте станцию! Возможно, флот успеет сбить Властелина до того, как он вновь перехватит управление. Попробуйте открыть канал связи. Путь предназначения. Основные двигатели отключены. Мощность генетических барьеров упала до 40%. На борту члены Совета. Повторяю, на борту члены Совета. Нормандия Цитадели. Нормандия Цитадели. Скажите, что это вы, капитан? Я здесь, Джокер. Мы принимаем сигнал бедствия, капитан. Я тут в секторе Антуры, со всем Арктурским флотом. Мы можем спасти путь предназначения. Просто разблокируйте ретрансляторы вокруг Цитадели, и мы тут как тут. Нельзя жертвовать людьми ради спасения Совета. Что он сделал нам хорошего? Это касается не только людей. Властелин — угроза для всех органических видов в галактике. Точно. Нельзя тратить силы подкрепления на попытки спасти Совет. Их надо сохранить до момента, когда Властелин будет уязвим. Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути причения? Или погоди, пока жопу рвать? Джокер, ждите, пока Цитадель не раскроется. Все корабли должны заняться Властелином. Даже если это значит пожертвовать Советом. Жертва ради большего блага. Молю о том, чтобы она была не напрасна. Кораблям Альянса держать строй. Ждите выхода на Властелин. Остальное не важно. Повторяю, остальное не важно. Yeah.
шанс. Уничтожьте это чудовище любой ценой. Андерсон, мы нашли их! Они здесь! Спокойно, все кончилось. Вы в безопасности. Где капитан? Получили ваше сообщение, посол. Объясните, в чем дело? Не стоит кипятиться, капитан. Я хотел бы сохранить все свои зубы на месте. Сказали бы спасибо за то, что я сделал. Если бы Нормандия осталась на приколе, мы все были бы мертвы. Я понимаю, капитан. Вы сделали то, что должны были. Поэтому вы здесь. Нам нужно обсудить то, что произошло с Советом. Действия капитана были верны. Нам нужно было сохранить флот, чтобы уничтожить Властелина. Иначе никак. Я согласен. Но это также дает нам определенные возможности. Флот и цитадели понесли тяжелые потери. В результате Альянс стал сильнее.
Без нас они не смогут восстановиться. Нам нужно сыграть ведущую роль в формировании нового совета во главе с председателем человеком. Я могу себе представить, что нас пригласят вступить в совет. Но возглавить его — это совсем другое дело. Другие расы напуганы. Ни с чем подобным они прежде не сталкивались. Они не знают, что им делать, и хотят, чтобы мы вышли вперед. Они верят в нас благодаря вам, Шепард. Вы спасли галактику от Властелина. Вы — символ всего хорошего, что есть в человечестве. Нашей смелости, нашей силы. Посол прав. Остальные расы надеются на нас. Они не просто признают наше лидерство, они примут его с радостью. Учитывая все, что вы сделали, капитан Шепард, Альянс хочет знать, кого вы видите на посту председателя совета. Скоро начнется война. Нужен кто-то с военным опытом, такой, как капитан Андерсон. Не могу не согласиться. Капитан, вы к этому готовы? Не знаю, готов ли к этому хоть кто-нибудь из нас. Но я сделаю все, что смогу. Так, и что дальше? Пожинатели никуда не делись. Они скоро будут здесь. И я собираюсь придумать, как их остановить. Не поспоришь. Война с пожинателями не за горами. Если мы проиграем, всему живому конец. Нужно показать остальной галактике, что мы умеем и можем побеждать. При поддержке других рас мы сможем выиграть эту битву. Если они будут с нами, мы выстоим против пожинателей. Where we?